Katie? Чё, четыре? Четыре свадьбы. Четыре свадьбы. Ну вот и всё. Замужем теперь. Классные, да, джинсики? Да, очень. Привет, друзья! Сегодня воскресенье, на улице прекрасная погода, золотистая осень, все как мы любим. Ну и воскресенье для нас это день бездельник, то есть у нас нет особо никаких планов. Попьем кофе, в ТЦ сгоняем. Я еще очень хочу купить себе флешечку для GoPro-шки. Объясню, она снимает 5,3К, 30 кадров, и видосы, ну, достаточно тяжелые. Вот на 256 гигов Extreme Pro у меня карта влезает буквально 4 часа видео. Ну и хочу себе 512 взять. А что, вы садитесь в машину? А, или вы просто наслаждаетесь? Мы уже уезжаем от мамы, собрали рюкзаки. Назад уже не будем возвращаться. Пылесос я свой так и не забрал из тачки. Еще раз, а то вы спрашивали. Короче, это вот написано Jimmy и версия GV53. Он есть в онлайн-трейде, так что можете посмотреть. Ну и давайте вам еще раз покажу золотистую осень. Очень крутая погода. Сейчас посмотрим еще температуру. Я, конечно, заколебываю каждый раз об этом рассказывать. Все равно самим интересно. 13 градусов, между прочим. Катюшка, надо было показать, когда ты на улице была, джинсы вот эти твои новые. Так мне нравятся. Попка у них такая. Ух. Да? Заобратила внимание? Ну вот. Катюшки. Грустненькие? Нет. Что там рассматриваешь? Я с камерой разбираюсь. Помочь? Не, спасибо. Разберусь. Смотрю на себя со стороны и будто не выспался, хотя проспал 10 часов. Но это называется просто свою норму превысил и теперь немножко варененький. Ну ничего, через пару часиков меня точно отпустят. Плюс сейчас выпьем кофе, мы заехали в торговый центр Клен. Здесь казахи очень вкусно его варят. Я не знаю, там в чем магия, но получается результат просто отличный. Ну, вы сами знаете, кто давно смотрит мои влоги, что я обожаю сюда ездить. Ну, я, как обычно, ленивая жопа, кажется, да, отправил девчонок за кофе, а сам сижу в машине. Ну, там просто не было мест. Все воскресенье, все занято. Вот тут сейчас чувак на Логане отъехал, и я занял его место. Сейчас еще Катя попросила, чтобы я где-нибудь нашел место, где куча листьев, солнышко, чтобы она походила там по травке, побегала и засняла видосик. Ну вот, приехали в Бабушкинский парк. Но я встал здесь, ну, как урод, опять же, запер машину, но остаюсь здесь. И еще она знатно сейчас притрухала. Дело в том, что у нее был чехол кислотный. А сейчас она сделала себе прозрачный, вот как у меня. Я случайно прихватил к себе в карман ее телефон. Она думала, она где-то его оставила. Ну, там, возможно, в месте, где они брали кофе. Говорю, все, меняй нафиг чехол. Иначе я так и буду забирать твой телефон. Она такая, ага, сейчас. Ну, видимо, придется. Вот эти классные. Мне больше, честно, нравятся. Потому что вот эта штука мне не очень. А вот тут ее нет. Тема какая? Че? Ну, это... А, ну я понял, на плечи. На плечи. Чтобы горло закрывалось. Не, смотрится красиво. Мне вот только вот эта, блин, штукенция. Опять же, повторюсь, не очень. Ты мех, смотри, какой теплый. Он и мягкий, кстати. Я сейчас по удобству посмотрю, какие мне будут удобнее. Да, тут вроде и не жмет ничего. Ну, я так проверяю. Вроде ничего не давит, никаких швов нету. Ну, как в тимбах, я имею в виду. То, что у тебя вот в этой части тут проблема была. Жесткий шов. О, молодец, то, что сразу два, да, нацепишь и сравнишь. Ой, мягенькие. У них колодка вроде неплохая. Вообще Конику удобная обувь, но опять же, мне уже десятый раз повторю, вот эти больше нравятся. А
тебе нравится? Под черным цветом? Конечно, конечно. Не, ну ты решай сама. Ты как бы спросила, я ответил. А дальше уже выбор за тобой. И удобство проверяй. Алло, да. Два. Катя у нас счастливая обладательница новой обуви. Кинь, сумка 14 тысяч. 14 тысяч. Вот это маленькая, да? Да. Ну, посмотри, у нее какая классная тоже эта. Да. Тряпочная. Не, вот давайте потом. Да все. Нет, мы понимаем. Сложи так красиво. Ну, она вообще прикольная. Угу. Тоже такой цвет у нее нейтральный. И подходит ко всему. И вот это мне нравится. Она более какой-то создает спортивный вид. Вот да. Этот ремешок. Конечно. Это просто эти ветровки. Ищем. А ты, Маш, что хотела? Маме ищем курточку. Состояние? Она должна быть не сильно длинная, с капюшоном и чуть-чуть поплотнее, чем это. Это прям совсем тоненько, чуть поплотнее. Ну, такую осеннюю, весеннюю. Цены очень сильно подросли. Я вот такие синие себе брал за 3. А сейчас, ну, переверни ради интереса. Вот так. 7 тысяч. Жесть. Никогда они столько не стоили. Штанишки, может быть, посмотрите домашние. А у меня есть домашки. Если только Катя себе возьмет какие-то. Новогодние такие все. Ну, выбирай. Вон там, смотри, есть сердечками. Синенькие. Мне нравится вот эти. Вот тут еще клетка сзади тебя есть. 4 модели. А тебе не нравятся такие? Мне, может быть, красные вот такие больше нравятся. Мне кажется, это прикольно. Ну, тут на вкус и цвет. Ты себе же, да? Ну, попробуй померить. У меня рубашка есть точно такой же расцвет. Да, я помню ее. Прям один в один, только она поплотнее еще. А вот еще какие домашки. А с мишкой. А, с мишкой. С мишкой. Ну, такие есть. Слишком частая клетка. Мне пореже больше нравится. Забежали в технопарк, думал себе карту памяти здесь найду, но нет. Там фиговые. И максимальный объем 128 гигов. Я в онлайн-трейде возьму. Пойдемте есть. Я запуталась. Да, пойдемте туда, поднимемся и сразу там будет едально. Что хотите? Может, теремок? 100 лет не ели. По блиночку с икрой. Или неохота? Пока пойдем, я подумаю. Я тоже окей. Да, пробили. Добрый день. Давайте заценю наш обед. Я взял себе морской богатырь. Борщ. Мама с икрой. А Катюша взяла у тебя картошка, курица, да, и оливьешка. Приятного аппетита. Приятного. Потратили мы 1466 рублей. Ребятушки, я купил себе карту. На всякий случай, я всегда себе беру Extreme Pro, потому что она гарантированно работает в любых условиях, и мне это очень нравится. Другие карты я просто не признаю. Вот, если что, вот поближе вам показываю. От компании SanDisk. Все, я счастлив. Теперь можно валить домой. Оп. Все, Катя, там что-то залипло. Домой не поедешь? Здесь оставишь? Поеду. Господи, какой маленький, нафига не видно. А я хочу в пятерочку зайти и взять себе питьевой йогурт. Ну какие классные, да, у нас выходные все-таки получились. Буду делать обзорчик на пылесос на свой канал скоро. Буду ждать. Мне самому там интересно. Там даже будет не просто обзорчик, а эксперимент. Ну ты не пойми какой, даже если догадался. Хорошо. Пусть лучше у тебя посмотрят.
Ребят, ну я буду заканчивать этот влог и хотел вас попросить, чтобы вы подписались на Катин канал, ссылка есть на него в описании, и она очень скоро тоже выложит свою версию города Ростов Великий и будет периодически выкладывать какие-то ежедневные влоги. Как буду я снимать на следующей неделе, пока не скажу, потому что рабочая неделя, но все равно постараюсь почаще вас радовать какими-то видосами. И очень часто вы спрашиваете, где же я монтирую видосы, как это делаю. Да все просто, скачиваете Premiere Pro от Adobe и монтируете. У меня очень простой монтаж, я привык уже снимать так, что по минимуму нарезать, вставляю тут всякие подписи, ну вот всякие такие штуки, музяку и в принципе все в бой. То есть я немного времени на это трачу. А сам рендеринг видео, это когда вы его собираете из кусочков и делаете цельное видео, у меня получается делать крайне быстро, потому что комп у меня очень мощный. Напомню, у меня 64 гига оператива, проц 5950X AMD и видеокарта 3080. Такая конфигурация. Все, еще раз спасибо, что подписались на Катин канал. Ну и за донаты тоже. Правда, за этот видос... Ну, только 100 рублей скинули. Зато в прошлый раз там было 1300 рублей. Все равно каждому спасибо. Если не знаете, как мне донатить, там тоже есть ссылка в описании на Donation Alerts. Все, всем пока.